его питомец знают каждую тропинку в лесном массиве Горок Десятых. Регулярные прогулки идут на пользу обоим. К новости о создании парка местный житель отнесся одновременно и радостно, и настороженно. С учетом сохранения деревьев, хорошо. Очень отношусь. Деревья обещают сохранить, но при этом территорию приведут в порядок. К расчистке участка лесфонда, переданного муниципалитету для создания парковой зоны, приступили еще в прошлом году. В прошлом году с этой площадки, вот, которую мы видим, да, было вывезено 4000 кубов мусора. За эту неделю вывезено уже порядка 2,5–3 тысяч кубов мусора. И подготовлено под вывоз порядка 10. На земельном участке площадью 9 гектар скоро появится полноценная зона отдыха. Благоустраивать территорию будут с учетом пожеланий жителей. Появятся детские площадки, лавочки, освещение. Интересно, в новом парке должно быть всем жителям поселка. Территория вокруг Горок Десятых облагораживается, будет облагорожена красивым парком на 9 гектар. Со всеми необходимыми атрибутами паркового хозяйства, то есть это прогулочные зоны, зоны спортивные, зоны отдыха и прочее. Но перед открытием парковой зоны жители Горок Десятых ждет другой сюрприз – завершение строительства нового Дома культуры. Площадь объекта около 6000 квадратных метров. Одновременно там можно будет заниматься и спортом, и творчеством. Строительные работы мы только выходим из земли, но уже самый важный этап пройден. Строители вышли на объект, поэтому день ото дня, месяц от месяца будем наблюдать, как из земли вырастает новый красивый дом культуры в Горках 10. Строительство нового дома культуры в поселке Горки 10 планируется завершить к концу 2020 года. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».